То есть, по сути, мы бы очень сильно хотели, чтобы вот этот проект, да, именно Guide School, именно школа, в которой мы готовы принимать вас, в которой мы готовы вас знакомить с комьюнити экскурсоводов, киевских, не киевских, все равно, у нас куча партнеров по Украине, как-то в любом городе можно договориться, как вы желаете, да? Это Юля у нас, она сводит людей активно. И, по сути, мы сейчас на самом деле видим в себе, что это возможно реализовать в рамках действительно как полноценного курса, так и короткого. То есть в перерыве до начала подходили, спрашивали, возможно ли приехать в какой-то другой город и показать это все. Можно. Мы в рамках мастерской иногда практикуем подобные выезды с очень разными программами. В основном нас спрашивают, как продавать. Когда мы говорим, вы знаете, ну, легко ответить на вопрос, как продать, если у вас хороший продукт. Вы сначала научитесь сделать, а потом уже давайте как-то продадим. Ну, то есть, на самом деле это так. Смотрите, мы базово для себя определили, что такое обучение полноценное. Если мы говорим о том, что вы в конце получаете такой продукт, как сделали наши прекрасные сегодня преподаватели, да, вот полностью. Это работа в малых группах по 4 человека. Идеально, если такие команды есть 3, тогда у каждой из них будет наш ментор, который будет курировать эту команду, их работу, либо один, либо два. И этот курс мы распределили где-то на 5 недель, при том, что вы занимаетесь неделю 2-3 раза в неделю. Да? То есть не платничком, типа каждый день, а вот 2-3 раза в неделю по вечерам собираетесь и проходите либо лекции, либо мастер-класс, либо какой-то пример, либо непосредственно работа команды над материалом и всем остальным. То есть мы так работаем в мастерской, поэтому мы так распределяемся. Мы знаем, что к нам приходят люди, которые работают, и им очень сложно целый день этим заниматься. Обычно это вечерние такие программы. Соответственно, 3 блока. Практические задачи, ну то есть практическая задача, она есть одна. То есть мы хотим сделать урок, собрать из 4 учителей и делаем, собственно, вот такой же STEM-экскурсию, STEM-урок, да? Второе, теория и практика экскурсии. Это то, что мы вам можем. То есть не говоря уже какой-то дополнительной информации, это как это все организовывается, как договаривается, как выстраиваются маршруты, как необходимо на них работать. Вся эта информация абсолютно спокойно дается, она готовая, люди, которые вам это преподают, это те, кто делают это каждый день. И доказывают своей практикой, на экскурсии тоже походите, это будет достаточно интересно. В качестве дополнительного навыка, если это нужно, мы готовы и включаем базовый блок, это ораторское искусство и риторика, и презентация проекта «Строение аудитории». То есть мы понимаем, что впереди, кроме самого проекта,